Доброе утро! Как же я обожаю просыпаться в своей деревне, только вот этот кактус меня бесит немного. Ладно, оставим его. Все. Чего? Жители, что с вами? Кошка, что у тебя с глазами? Не-не-не, что за бред? Что за бред? Не-не-не-не, неужели опять нарисованный Майнкрафт? Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный... Дело все в том, что сегодня я проснулся в этой деревне, хотя, что я рассказываю, вы сами все видели. У нас опять нарисованный Майнкрафт, и причем это версия 1.17. Вы можете понять, что сейчас будет? А дело в том, что мы сегодня с вами посмотрим на все, что добавили в версии 1.17. Но все будет при этом нарисованным. Мы посмотрим с вами на аметист, на козла, и причем это даже не я, а самое главное на аксолотля. Мне интересно, как он будет выглядеть вообще. Только перед этим надо прыгнуть. Пойдет. С самого начала нужно добыть как можно больше снопов сена. Надо будет нам же что-то кушать. И самое главное найти еще здесь у кого-нибудь верстак. Было бы прям очень полезно. Голем, здорово. Какой ты мускулистый, какой ты страшный. 14 снопов сена, я думаю, мне хватит. И главное сейчас найти у кого-нибудь сундук. Я нашел уже. И хлеб, похоже на сосиски на самом деле. Еще пшеница. А верстак у кого-нибудь есть, ребят? О, верстак есть. Отлично, давайте сейчас сразу тогда переработаем все снопы сена. Сделаем себе как можно больше хлебушка. Целых 43. Ну, 51 штуки, я думаю, мне хватит. И еще и верстак заберем. Благо, здесь есть еще и дерево, так что я смогу быстренько тогда его сейчас забрать, сделать себе нужные инструменты, а именно кирочку, топорик и все. В принципе, мне этого будет достаточно. Все перерабатываем, делаем себе палки. Дерево, кстати, очень странно выглядит. Делаем топор, делаем кирку, забираем досочки и забираем верстак. В принципе, самое стандартное мы уже с вами сделали. Можем еще и голема, в принципе, добыть, но я здесь видел также разбитый корабль. Было бы неплохо в него сейчас проникнуть и посмотреть, что там вообще есть. Надеюсь, там будет железо, там алмазы хотя бы. Ну, самое стандартное, что вообще может попасться. И нет, только карта клада. И все, что ли, больше ничего? Хотя, подождите, вот здесь еще должно быть по-любому. Так, здесь я вижу изумруды, вижу железные слитки, вижу кусочки железа. Все, всплываем отсюда. В принципе, 13 железных слитков. Это очень хорошо. Правда, я зазря делал тогда, получается, деревянные инструменты. На самом деле, я прям обожаю этот нарисованный Майнкрафт. Он выглядит просто шикарно. Все так красиво, радужно. Это что вообще такое? Сырая крольчатина пойдет. У нас появилась карта клада. Мне интересно, как она выглядит. А выглядит практически точно так же. И это типа открытая территория у нас, да? А, вот сюда вот надо. Вот сюда, я понял. Кстати, там есть океан, так что у нас будет возможность посмотреть на какого-нибудь нового моба, например, на аксолотля. Если, конечно, мне повезет, и я смогу его найти. Так, и где-то здесь получается, где-то на берегу должно находиться все. Я не туда побежал. Туда надо. Или куда? Туда? Ага, все-таки вот здесь находится. Так, главное встать ровненько под крестиком, точнее над крестиком. Где-то, получается, вот здесь должно находиться. Где ты находишься? Он вряд ли будет закопан слишком глубоко. Я нашел его! Здесь сразу есть динамит, золотые слитки, сердце моря, кристалл призмарина, не знаю для чего он, и жареный лосось. Ну и железные слитки, золото, и это по стандарту. Ну-ка, песок, как ты выглядишь? Выглядит красиво. Что нам теперь остается? Надо быть еще побольше дерева и уже отправиться в плавание. Потому что не очень охотно находиться вот в этом пустынном биоме все время. Хочется побыть на скалах, в дубовом лесу, а также в цветочном. Было бы неплохо еще под воду спуститься, под водой будет кайф. Ребят, я добежал до конца, и здесь вообще нету нигде дерева. О, солнышко, здорово! Но зато я здесь вижу какой-то странный купол, или шар. Ну, скорее всего, это шар какой-то. Давайте-ка мы туда с вами спустимся, посмотрим, что там вообще есть. Тут еще дельфинчики плавают, скаты. Или нет, это не скаты, это осьминожки же. Кто здесь вообще находится? А, это аметистовая пещера, серьезно? И она издает звуки. Боже, как же прикольно. Так, давайте будем добывать пока что эти кристаллы. Не знаю, зачем они мне вообще нужны. Вроде как с помощью них можно будет сделать себе подзорную трубу, но это не точно. Но все равно добуду очень красивые блоки. О, грация дельфина. Спасибо, дельфинчики. И здесь есть еще один затонувший корабль. Давайте-ка в него тогда спустимся. И заодно еще дерево здесь себе добудем. Думаю, пригодится. Так, броня, загадочная рагу. Много всего ненужного прям. Ну ладно, я все это заберу. Солнце, не смотри так
на меня. Ну где-то же еще должен находиться один сундук, не? Но все-таки похоже, он здесь только один. Ладно, добываем тогда дерево. Благо добывается хотя бы относительно быстро. 5 дубовых брен, мне этого должно хватить. Все, тогда быстренько делаем себе лодочку. Лодка красивая, причем у нас получается. Надо бы выкинуть все ненужное. Например, кактус мне не нужен, песок, ядовитый картофель, тыква зачем-то мне нужна, бумага нет, загадочная рагу. Ну ладно, его оставим, гнилая плоть не нужна. И деревянные инструменты тоже мне в принципе не нужны, кристаллы призмарина тоже. А шапочку мы с вами наденем, и теперь мы выглядим как жители. Ладно, все у нас нужно есть, так что погнали. Сейчас попробуем найти какой-нибудь другой биом, более интересный, более красивый. Я там вижу уголечек даже. А если мы с вами сможем найти новый биом, где еще и скалы будут, мы сможем найти тогда с вами и козла, и посмотрим на него, как он вообще выглядит. Он должен выглядеть прям супер красивым. Я вижу там разрушенный портал, его тоже мы сейчас с вами посетим. Конечно, основная моя задача — это встретить аксолотля. А аксолотль обычно обитает где-то в подземных озерах. Вроде как так это называется. Еще есть золотой нагрудник. Золотой блок. Это берем, это берем. Это нам надо. Давайте-ка посмотрим, что мы с вами взяли. Первое, это, конечно, золотой нагрудник. Золотой блок. Переработаем золотые слитки. Уже 16 слитков у нас есть с вами. Куча кусочков железа. Да, и, в принципе, золотая мотыга на удачу и на шелковое касание. Ну, то, что на удачу, это, конечно, очень хорошо. В скобочках нет. Зачем мне удача? Ой, что сейчас было? Я испугался. Было бы неплохо еще найти светящегося спрута. Он должен прям очень красиво выглядеть. И я нашел, кажется, новый биом. А дуб как-то уж больно красиво выглядит. Это темный же дуб, да? Листва, она хоть и нарисованная, но в почему-то издалека, когда смотришь, выглядит прям шикарно. Ладно, все, мы с вами приплыли. Можем отправляться искать козлов. Козлов я, конечно, пока что не нашел, но я нашел свинюшек. И они выглядят прям очень страшными. Не обессудь, я тогда просто с вас мясо добуду. А коровы — это обычные вроде как или машрум? Нет, а обычные. А почему они так тогда странно выглядят? Странные какие-то они. Курицы, что с вами произошло? Что это с ними? Что это за красная фигня? Это типа, как у них, подбородок или как это называется? Не знаю, но... Курятина, спасибо. И кажется, это цветочный биом. Да, это цветочный биом. Это мне очень хорошо повезло так. Ромашки выглядят, как всегда, шикарно. Барашки, ну, вы тоже, в принципе, нормальные. Пчелы даже, здесь они тоже красивые достаточно. Блин, они такие милые, с такими большими глазками. Я даже их убивать не хочу. А это, неужели это лук-батун? Да, это лук-батун. Ну и страшный он, конечно. Кстати, здесь же есть скалы. И где здесь находятся тогда козлы, я что-то не могу понять. Или они должны находиться рядом с горами как раз-таки. Вот этого я еще не знаю, вот этого я еще даже не понял. Все это работает очень-очень странно. Хотя вот гора вроде как, давайте-ка туда отправимся, может найдем тогда козла. После этого тогда мы сразу же отправимся в пещеры искать аксолотля. Козлы, вы где? Ребятушки, давайте идите сюда. Я вас обижать даже не буду. Просто посмотрю. Их что-то я вообще... Я не вижу сейчас. Вижу только черного барашку и три белых. Там ничего, здесь тоже. Но это же гора, он должен здесь, по идее, находиться. Ой, идеально, просто идеально. Ага, никого здесь нету. Ну почему, где они все? Они же должны здесь обитать же. Может, дальше нужно отправиться тогда. О, я здесь даже спрыгнуть могу. Блин, как под меня прям? А, я вижу там новую руду. Это вроде как медь, да, называется? Вроде да. Давайте-ка посмотрим. Она очень странная. Она чем-то похожа, знаете, на жвачку. Именно когда вот несколько жвачек разноцветных слепили в одну большую. Все же так делали, да? Или только я делал? Я уже сколько бегаю, не могу найти козла. Да где же ты вообще находишься-то, а? Почему ты от меня скрываешься? Нельзя, нельзя. Я же хороший человек, по сути. Возможно. Скорее всего, да. Но это не точно. Ура! Да! Нашел! Нашел! Привет! Ух ты ж, ё-моё, как ты выглядишь-то, а? Знаете, он чем-то похож вот глазами на Билла Шифера. Если кто-то из вас смотрел Gravity Falls, вы можете меня понять. И нет, это не отсылка к Биллу Шиферу. У козлов, у коз всегда такие глаза. У них они по дефолту такие. Ой, он исчез! Здесь еще и ламы страшные, как смерть. Ё-моё, что у вас с глазами, а? А, ну сейчас вы решили мне попадаться прям обильно тогда. Что, кстати, выпадает с коз? А, вроде ничего с них не выпадает. Ну ладно. Остается только одно. Найти себе шахту, куда мы можем с вами спуститься, найти озеро и найти себе, наконец-то, аксолотля. Только вот где здесь шахты? Я вот пока ходил, бродил, искал у этого козла, я нашел прям огромное количество шахт. А сейчас вообще ни одна не попадается. Прям
замечательно. Прям спасибо, Майнкрафт. Так, я, кажется, нашел даже каньон. Искал уголь, нашел алмазы. К чему это выражение, я не знаю. Но так или иначе, мы с вами нашли целый каньон. Здесь уже должно быть ответвление на какие-то другие пещеры. По идее, по-хорошему. Хотя, зная мое везение, здесь ничего вообще не будет. Ё-моё, как лава-то выглядит довольно-таки красиво. Она даже еще вот меняет свой рисунок. Она как будто течет и правда. Кстати, а мне интересно, как рудное железо выглядит. Как-то странно она выглядит, как будто это обычные барабаны. Или там-тамы, или как это называется вообще? Вроде как просто барабаны. Но я, правда, здесь вообще ничего не могу найти. А, нет, здесь есть другая пещера. Хорошо, я вас понял, я вас услышал. Можно же как-то ниже спуститься? Да, можно. Ой, скелет. Скелеты стали намного страшнее, намного страшнее, намного страшнее. Так, ну-ка, скелет, выстрели в скелета. Выстрели в скелета, пожалуйста. А, зомби милые, кстати. Тихо, маленькая зомби, маленькая зомби. Иди. Ух. Вроде со всеми справился. Я молодец, я умничка. Погодь, а это что? А, это обычная трава. Ну, точнее, не трава, а наросты. Ну, не знаю, на самом деле, как-то нарисованная пещера выглядит даже намного лучше, чем сам оригинальный Майнкрафт 1.17. Ну, не знаю, пещеры как-то у них лучше бы так получились. Стрелы себе возьмем и спускаемся дальше. Да чё ж вас так много-то здесь, а? Так, здесь вода есть. О, пожалуйста, пусть здесь будет аксолотль. Нет, здесь нету его. Надо копать тогда. Да откуда здесь столько песка? А, стоп, я выкопался, что ли? Серьезно? И где? Кто я? А где? Аксолотль! Аксолотль! Быстрее, быстрее, плывем к нему, плывем к нему. Ну-ка, малыш, малыш, как ты выглядишь? Малыш, покажись, покажись, покажись. Покажи мордашку. Он не хочет показываться. Не-не-не, я посмотрю на тебя. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Он такой миленький, посмотри. Ай-яй-яй, больно, 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 больно. Тихо, там еще один. А, смотрите, он с таким милым выражением лица бьет утопленника. Как это мило все-таки. А ну иди отсюда, утопленник. На аксолотля он напал. Посмотрите, милашка, просто милашка. Не зря я все-таки его искал. Правда, как я выкопался-то сюда? Сейчас не могу понять. Ну, вроде как мы все нововведения посмотрели, которые были в 1.17. И пока что выглядит прям очень хорошо. Хотя, стоп, подзорная труба, как она делается? А для создания подзорной трубы, оказывается, нужен аметист. Точнее, осколки аметиста. Благо, я нашел хотя бы еще одну пещеру, где как раз-таки аметистовый кластер есть. И он полностью выросший. Ну, по идее, вроде как все у нас, да? 16 осколков аметиста. Это все, что нам надо. Возвращаемся на поверхность! Следующее, что нам нужно, это сделать себе печку. Благо, у меня булыжника достаточно. И даже уголь есть. Где у меня тут медная руда? Вот. Или рудная медь. Да, все вроде правильно сказал. Нам нужно всего лишь две штучки. Так что сейчас быстренько все сделаем. Один уже медный слиток есть. Опа. Все, медные слитки выставляем так и добавляем один осколок аметиста. И у нас получается подзорная труба, которая выглядит довольно-таки странно. Ну-ка. Ух ты ж. А можно как-то приблизить там, я не знаю. Ну пока что я не вижу, чтобы как-то можно было приблизить. А, ну вот, все, можно. Че, кто-нибудь здесь есть? Здесь никого нету. Только солнце крутышка. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акакий. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем покедова.